Модернизация рынков, инициированная акиматом города, на особом контроле исполнительной власти Алматы. Однако попытки навести порядок встречают противодействие со стороны тех, кто стоит за стихийной торговлей и контрабандой товаров. Глава мегаполиса заявил, что модернизация барахолки будет продолжена, несмотря на громкие имена лоббистов. Я вот хочу заявить о том, что если они не прекратят эту свою работу через СМИ, подстрекать и так далее, я назову их не фамилии. Это очень известные люди, кстати говоря. Это будет. Но независимо от всего этого, работу по наведению порядка на рынках мы доведем до конца. Прежде чем начать снос на Северном кольце, руководством города был детально продуман альтернативный проект. Это будет торговый город с современными павильонами, местами отдыха и парковками. Так что снос контейнерных рядов – это расчистка территории под глобальный проект. Тем более, что коммерсантам предлагаются места на двух новых рынках, причем со сниженной арендной платой. В том числе и тем, кто лишился имущества во время недавнего пожара. Стоит отметить, что модернизация барахолки находит поддержку у самих предпринимателей. Сегодня руководители рынков с пониманием относятся, почему я говорю, уже есть и понимание с их стороны. Есть понимание тех, кто там непосредственно работает. Я с ними встречался во время пожара, того известного. Мы им предложили рабочие места в новых, нормальных, и большинство из них уже перешли в эти комплексы. На рынках работает всего лишь четвертая часть жителей мегаполиса. Контрабанда товаров приезжими торговцами идет по четко налаженным схемам. А это налоги, таможенные пошлины, которые идут мимо бюджета. Немаловажный вопрос – санитарное состояние рынков. Места стихийной торговли не соответствуют никаким требованиям – ни пожарным, ни санитарным. Управление здравоохранения провело проверку. Заболеваемость среди женщин инфекционными болезнями в 7 раз больше, чем в среднем по нашему городу. Туберкулезом в 3 раза больше, чем в среднем по городу. Условий там никаких нету. Ни света, ни туалета, ни воды и так далее. Тем более очень пожароопасны. В общей сложности в Алматы планируется модернизировать еще 34 рынка. Амина Абдрахманова, телеканал Алматы.